у нас Сизд остается один против двоих с ОМПшкой. У него есть набор гранат, две флешки и смог. Но опять же, в целом решение довольно спорное — побежать на Б. Вот я не знаю, они считали экономику, они ожидали там бай, почему это Б? Или в любом случае как бы делать оружие? Только что сыграли медленный оружейный раунд, да, было получилось. Бы интересно спросить, действительно, вот ожидали ли они девайс? Ну, должны были считать, потому что фармганы поработали там все-таки. Ну, да. И в целом у нас выход пока что от Сизда на точку А. Отдается там, близ дистанции находится один из противников. Это девайс, у него АВП, понятно, что он не будет агрессировать, будет дожидаться выхода от Керби. Только вместе нужно сейчас защанам действовать. Так, топает на Сизд и... Так, девайс мажет. Тут же переключается, Сизд не реагирует, не убивает все-таки соперника. Хорошая флешка от Керби, но не очень хороший врыв. Переключение на глобу, нужно просто забирать. 9 хп у Дениса Костина, на 30 у соперника. Просто его отправляют на тот свет, выстрелан их злок. Как это потащил-то?